Я помню, вписка была, ты тут показывал дом, но тут он был не готов. Я на вписке тогда не готовый дом показывал. Ну да, там были куски, когда ты говоришь, мы куски достраиваем, спальню, тут что-то да, там. Да, да. А есть, это уже готовый, и ну, мы у нас уже эксклюзив. Его обживаем, 100%. Друзья, спасибо, эксклюзив, спасибо. Внимание, да, смотрите, запечатлитесь. Модное слово, эксклюзив. Да-да-да, ну а как же. Ну, да. Расскажи, пожалуйста, значит, все, вы завершили строительство полностью внутри дома. Здесь уже в целом, да. И живете. Потихоньку обживаю, угу. Все там заполняет мама у меня, там интерьеры, картины. Ну, сейчас будем показывать. Сколько метров дом? Квадратных? Да. 500 где-то. Ничего на так. На 3 этажа. Ну, мы сейчас будем гулять. Это вот дом отец прям строил с нуля. Все. Сам, своими руками? Да, да, да. У меня отец очень, ну, у меня отец как... Как это правильно говорить? Такой мужчина, который он и деревья садит, мы сейчас это увидим все. Он и мясо порежет, и приготовит что угодно, и дом построит. Вот такие мужики. Он такой мужчина, который занесены уже в Красную книгу, наверное. Таких уже мало остается. Да, да, да. Ну что, рассказывай, значит, мы сейчас в гостиной, правильно? Да, это гостиная. Вот здесь у нас входная группа. Входная группа, как я сказал. Какое слово. А кто вообще план дома придумывал? Вы все садились вместе, придумывал. Чертили, а ты как-то вообще как какое-то отношение к этому я имел? Я зарабатывал. Ты просто деньги давал, инвестировал, да, в строительный материал? Да, я зарабатывал только. Ты говорил, что ты около 100 тысяч долларов потратил на начальном этапе, но сейчас, соответственно, это, наверное... Да не, уже 100 тысяч, там они уже где-то за горами. И сколько, значит, ты потратил на дом, получается, уже? Блин, ну... Много-дорого? Точную цифру не могу сказать, не меньше полугода. Так, эта комната, так, она такая. Ну, здесь ничего такого особенного. Здесь ну, хорошо, ну дай зайдем. Все, вы ничего особенного, никуда не пускают нас. Так, ну что, здесь должна была быть студия. Это компьютер, телевизор. А вы здесь играете во что-нибудь? Нет, клавиатуры нету. Я играю тут. То есть ты играешь, во что ты играешь? Вот это, кстати, прикольно. Ни во что не играю, это домашняя студия просто. Я тут, когда приезжаю, что-то... А, может... то есть в игры какие-то компьютерные ты не играешь? Только дома у себя в Киеве там. Во что играешь? В Лигу Легенд. А, Лига Легенд. Да. Вот, кстати, интересная так штука. Посмотрите, ты знаешь, что это такое? Сундук. Это у казахов девушки, жене, невесте. Она мне делала... На днюху подарок из моих фотографий. Это очень круто. Прикольно. Там есть, ну, там есть провокационные вещи, если вглядеться. Очень так, много так, чего. Так, провокационные. Ой, а тут все твои детские фотки. Есть детские фотки, класс. Да. А это вот я в школе. Это ты? Да. Да ладно. Меня погоняло. Боже, было... это другой человек, посмотрите. Меня погоняло было премьер-министр. Ну ты вообще другой. Ну, да. Ты пластическую операцию сделал? Что? Не, а что? Вы разные, ну два разных человека, ну согласитесь, ну напишите в комментариях. Ну просто ребенок, что? Нет, это классно, я имею в виду, что вы разные. Ну, видимо, борода, вот это все меняет конечно, внешность. Такая. Ну когда ты отпустил бороду? Да я не помню, 16, нет. Ну да, где-то 16, 15-16. То есть ты, в принципе, а ты видел себя без бороды? Давно не видел. Вообще не бреешь? Давно не видел. Ну были периоды, когда там брил раз в 2 года. Чтобы просто лицо подышало, а сейчас нет. Давно не сейчас дышит лицо. Да? Давно не дышит. А гордишься дядя? Поешь песни дядя? Нет, она же в ТикТоке сидит. Ну и что? А что в ТикТоке твоих песен нет? Есть. Друзья, вы что в ТикТоке не снимаете?